Всем привет! Сегодня с вами рассмотрим, как почистить наушники Apple AirPods. Вкратце, думаю, всем понятно, что со временем наушники загрязняются, попадают пыль и грязь в различные разъемы. К примеру, на сам бокс попадает пыль и грязь, теряет очень сильно внешний вид, мягко говоря, выглядит очень неприятно. Загрязнение, так. И также есть наушники. На наушнике есть у нас, к примеру, в нижней части есть микрофон, в верхней части есть у нас динамик. В целом, из-за попадания грязи может быть плохо слышно собеседника. То есть может тихо работать динамик, может плохо работать микрофон. В зарядном боксе также есть контакты для зарядки, есть разъем Lightning. Везде попадать может грязь, влага, и со временем может это все работать неправильно. Поэтому необходимо время от времени проводить чистку и обслуживать. То есть у вас может работать некорректно. Я беру, в принципе, ватные диски, ватные палочки, зубная щетка простая, но если у вас есть электро, не нужно, к примеру, либо уже отработанная, будет замечательно, но у меня электро не нужно нету, поэтому у меня обычная зубная щетка. Также можно взять немного спирта и, в принципе, так вот такими движениями аккуратными, то есть нам не нужно сильно давить. Здесь очень такое технологическое устройство, наушник, это сложное устройство. Поэтому прочищаем аккуратно. Поэтому берем немного спирта и прочищаем. Заливать никакие разъемы не нужно. То есть мы наносим немного на ватный диск спирта и прочищаем. И снова вычищаем щеткой. В принципе, если есть какая-то грязь, так вот аккуратненько это все вычищается. Не спешите, не нужно давить, прилагать какие-то сильно огромные усилия. Максимально свободно наносим немного спирта и вычищаем. Щетка получается на пылинки, соринки удаляет именно с отверстия, и ваткой мы счищаем остатки грязи. И таким образом мы вытираем всю грязь. Скажу честно, периодически так прочищаешь, и работают наушники замечательно. Только напоминаю, сильно не давите, потому что есть зубные щетки более жесткие, есть зубные щетки более мягкие, поэтому не нужно давить. Поэтому вот все так вот разъемы мы аккуратненько вычищаем. Единственное, давайте напомню, что не заливаем разъемы, не заливаем микрофон, не заливаем спиртом, к примеру, динамик. Так можно только хуже сделать. И периодически, если увидите, что у вас есть загрязнение, лучше немного вытереть, нежели потом запустить. И когда у вас уже будет сильно большое количество грязи, вам придется более сложнее их чистить. И таким образом, после такой чистки, несложной, мы завершили данную прочистку наушников. Теперь переходим к боксу, где мы видим видимые загрязнения. Аккуратно щеткой зубной вычищаем со всех отверстий грязь. Есть у нас ватный диск, немного смоченный слегка спиртом. Вычищаем всю грязь, и получается довольно-таки неплохо. Далее, напоминаю, у нас есть еще, что мы это почистили, есть контакты внутри бокса для зарядки наушников. У меня была когда-то ситуация, один наушник плохо, значит, стал заряжаться. Начал разбираться наушником, с наушником все в порядке. Проблема в этих контактных отверстиях, которые внутри бокса находятся под наушник. Аккуратно протер, взял ватную палочку, немного спирта, каплю, и проверил, прочистил, сразу зарядка стабилизировалась наушника. Поэтому немного смачиваем спиртом, аккуратно обрабатываем и прочищаем данные контакты. Там не должно быть никаких загрязнений. И получается, мы прочистили контакты по зарядку наушников, видимую грязь с бокса убрали.
И в принципе у нас остается прочистить разъем Lightning. В разъем зарядки Lightning любит забиваться пыль. Забивается она очень часто. Нам подойдет для прочистки обычная зубочистка. Маленькая капля ватного диска. Немного спирта. И аккуратными движениями, потому что Lightning разъем легко, в принципе, повредить. Аккуратно вычищаем загрязнения. Бывает такое, что там прям могут быть внутри комки грязи, поэтому внутри просмотрите, если есть там внутри прям все черное, можно аккуратненько поддеть, чтобы достать эти комки грязи. И таким образом мы прочищаем. В принципе, разъем сделали, те отверстия прочистили, и бокс на этом у нас будет полностью почищен и будет в полном порядке. И проверяем, после чего лучше протестировать, подключить зарядки в бокс, проверить, как заряжается, подключить наушники, попробовать по наушникам, например, послушать наушники, как они звучат, попробовать совершить звонок, и таким образом будем понимать, да, есть загрязнения, которые так уже не очистить. Есть загрязнения, которые уже въелись, втерлись в корпус, и так просто не выйдет от них избавиться. В принципе, самую основу мы прочистили, и наушники снова будут работать в обычном режиме. И вот, что у нас получилось после очистки. Это простая очистка, ничего нет сложного. Обычные подручные средства, зубочистка, ватная палочка, ватный диск и немного спирта. Пару капель. В принципе, вот все, что необходимо для прочистки. Да, есть потертости, есть загрязнения, которые у нас не оттираются, но это не проблема. Для обычного использования это помех никаких не несет. Наушники уже старенькие, но работают хорошо и нареканий к ним нет. Вот, в целом, да, даже есть на маркировка на самом наушнике немного уже подтерта. Ну, абсолютно рабочее состояние, аккумуляторы не убитые, это модель 2019 года, ему же на нынешний момент третий год, но работают исправно, и батареи не убитые. Поэтому периодически, если мы их будем обслуживать, прочищать, вопросов не будет, они еще послужат нам определенный период времени. Вот то, что получилось. И теперь хотел еще многим показать, вот сейчас 2022 год, и по сей день это AirPods 2, они до сих пор актуальны, очень многие их используют, у них удобный форм-фактор, классический, я бы сказал, для Apple, в ушах сидят они очень удобно, не выпадают, чего не скажешь про AirPods Pro, у многих есть, реально просто выпадают с ушей, поэтому хотел показать свою упаковку, какой комплектации я покупал эти наушники. В принципе, 3 года назад. Вот, упаковка, это упаковка официально. Получается, единственное, что именно вот мои наушники были завезены, так понимаю, для арабского региона. Где-то я видел какие-то иероглифы, но это наушники оригинал. То есть вот маркировка, везде все промаркировано, четкая упаковка, сделана качественно, добротно. Вот, как это все выглядит. И наушники у меня действительно оригинал. То есть это не подделка. Потому что сейчас подделки просто такое огромное количество. Вот такие тут бумажки, такая макулатура. Краткая инструкция, чтобы понимать, как пользоваться наушниками. Есть такой листок, сейчас покажу, с серийными номерами наушников. Номер есть на наушниках выбит, есть номер на боксе выбит. Вот эти номера. В общем, вот такая макулатура идет в комплекте. Это для тех, кто даже сейчас решит купить оригинал, чтобы видели, как они идут, комплектуются. Здесь кабель обычный, Lightning и USB. И вот такой упаковки идут наушники. Просто есть такие копии, что просто не отличить. Поэтому вот как это все выглядит. Надеюсь, видео было вам полезно.
Подписываемся на канал, оцениваем видеоматериал и пишем комментарии. Всем мирного неба над головой, нет войны. До новых встреч. Всем пока.